хочу показать вам дерево, которое является одним из самых интересных среди хвойных деревьев. Это тис. Вот видите, какая крученая крона. Продолжительность жизни тисов составляет где-то порядка 3-4 тысяч лет. Растут они очень медленно. На Дальнем Востоке произрастает тис остроконечный. Вырастает всего лишь он на 10-20 сантиметров в год. Поэтому он небольшой. К сожалению, очень сложно определить его продолжительность жизни, вот, ну, данного тиса. Вот видите, какая крона. Красивое дерево. Подойдем поближе. Красноватая кора у него. И вот такое, как будто несколько деревьев сплелись в одно, видите, густая крона. Сейчас попробую. Вот. Вот его хвоинки. Такие приплюснутые, толстенькие.